городского отделения Revolver Club. Значит, Макс, подойди ближе, сразу скорректируем, потому что есть несколько непонятных моментов. У нас ружье заряжено полностью, да? На первом положении, правильно? Ружье заряжено на предохранителе, на бедро. Так? Так. После главного таймера мы начинаем перемещаться. И здесь у нас скрытая мишень. И первая мишенька, которая открывается, вот она, вон она в окупчике. И она бьется первой. Ба! Дальше у нас открывается, вон он под кустом сидит, супостат, видите? Бах! Дальше перемещаемся вперед-вперед, и открывается, вон он дальний в окопе. Третий выстрел. Затем мы перемещаемся вот сюда, вот он за колесом сидит. Четвертый выстрел. Перемещаемся дальше. Влево, влево. Влево, да? Идем влево, влево, влево. Вон он сидит. Подожди, влево. Нет, не влево. Как только мы начинаем перемещаться влево, в окопе, у нас открывается вон один в окопе сидит, бах. И вот еще один за дверью, бах. Вон еще один за дверью. Затем мы перемещаемся вот сюда. Бьем вот этого вот, в окопе сидит. Семь. Затем перемещаемся в укрытие. Бьем из укрытия двумя бьем картон пулей. Вот одна пуля, да? Одна пуля, один картон. Один, но из укрытия. То есть не надо стоять вот так, как на параде. За линию не выходим, ребят, дверей. Бить надо из укрытия. Из укрытия, это значит, что из укрытия, с края укрытия, вас может увидеть один глаз, и ружье, и все. И плечо. Из укрытия. Раз пуля и два пуля. Вон это. Есть второй вариант, можно с левого плеча, да. Можно бить с левого плеча, да. 7 дробей, 2 пули. 7 дробей, 2 пули. То есть минимум одна перезарядка. Потом перезарядка, сначала 7 дробей, а 2 пули перезарядка пройдет, правильно? Ну как хочешь. Ну в магазинах больше не лезет. Ну как ты нарисуешь свой геймплан? Ну, не, можно ствол нарисовать, да? Допустим, ну ствол зарядить. Вообще-то это неправильно. Исходное положение, ружье разряжено, вот как правильно. Да, потом заряжай как хочешь, да, себе. Да, да. На исходном положении, по сигналу таймера, затвор открыт, ружье разряжено. Вот так вот. Вот, все. Внимание! Я видел, я видел. В укрытие. 2 пули. На предохранитель. Время 89-60.
Посмотрим. Сука, патрон выпал. Два часа. Время. 47.07. Окей. Время. Стрелок готов? Готов. Внимание. Смотри нам время 75.36. Во. Низ. Открой. Предохранитель. Закрывать не нужно. Ствол вверх.
В укрытии залежаемся, в укрытии. Стороной вставил. Не-не-не, это вот этот тухтаха практика, пуля. Вот этот Кайгерзе. Ух ты, фига себе. Да. А ты думал, хороший патрон? 65-19. Один не обстрел. Вот тут и не убил. Вот тут и не убил. Да. Вместо нее сюда влупил. Я патрон и... А время хорошее. 65. А было. Готов? Нет. Внимание. Меньше чуть-чуть. Устраняем, устраняем, устраняем. Ой, нет патронов. Ну щелкнем в ту сторону для обстрела. Да я щелкнул. Щелкнул. Осмотрим. Осмотрено. Вот оно, вот он один. 5,99. Сколько? 35,99.